Привет, друзья! Мы прилетели в Турцию, 2021 год. И хотя везде карантин, Турция уже принимает гостей. Практически все отели открыты. Сейчас мы идем на паспортный контроль. Есть некоторые изменения, о которых мы вам расскажем. Итак, мы прошли паспортный контроль. Какие изменения? Смотрите, основные изменения в том, что обязательно нужно быть в масках везде, в самолете, в аэропорту и в аэропорту у себя дома, и в аэропорту Турции. Еще одно изменение – это нужен HES-код, так называемый. Этот HES-код нужен обязательно. Попросите своего туроператора, чтобы вам его сделали, потому что его можно делать самостоятельно, но это очень сложно. Этот HES-код у вас могут попросить в автобусе, если вы будете ехать в Турцию. Могут просто вас остановить полиция на улице и попросить этот HES-код. Поэтому это обязательное условие. Еще расскажу вам. Мы приехали в Турцию не как обычно. Мы приехали в Турцию на месяц. Будем во многих отелях. Будем во многих регионах. В Аланье, в Темере. Будем в четверках, пятерках. Обо всем вам расскажем, все покажем. Будет очень интересно, поэтому подписывайтесь на наш канал «Мечта путешественника». Сейчас мы заберем свои вещи. В прошлый раз, когда мы забирали вещи, мы рассказали такую интересную историю, почему наши люди обматывают свои чемоданы. Вот смотрите, например, чемоданы из Дюссельдорфа, вот люди забирают, они без пленки. То есть, если человек прилетает из Германии, из Австрии, чемоданы не обматывают. Но почему-то, если человек прилетает из Киева, из Белоруссии, например, из Ростова-на-Дону, то все люди обматывают чемоданы пленкой. Для чего это делается? Вот и напишите в комментариях, для чего это делается. Еще хотелось бы посмотреть, сколько стоит мобильная связь здесь, потому что нам нужен безлимитный интернет. Если вот здесь в аэропорту мы где-то увидим, ну, наверное, все-таки нету здесь сим-карт. Поэтому попозже немножко покажем вам всю эту историю. А сейчас ждем свои чемоданы, забираем их и идем садиться в автобус. Да, еще. Для приезда в Турцию, конечно же, нужен отрицательный тест на коронавирус. И должен он быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прилета в Турцию. Мы надеялись, что тесты отменят, но, к сожалению, их не отменят. Итак, welcome to Antalya. Те, кто отдыхал в Турции, меня поймут, когда выходишь вот на это солнышко из нашего холодного климата, сразу обдувает теплым ветерком. Это такой кайф. Сейчас мы пройдем на стойку регистрации, отдадим ваучеры, нас посадят в автобус и мы поедем в свой отель. Следующее видео смотрите наш отель. Первый отель будет называться Селена. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!